Всем огромный привет! Сегодня хочу с вами поделиться своими небольшими покупками из интернет-магазина Wildberries. Все по хозяйству, все нужное, все интересное. Поэтому оставайтесь со мной. И первое, что я хочу вам показать, это вот такой гель для мытья посуды. Это для меня новинка. Поддалась я, да, рекламе. Увидела где-то рекламку. Зашла. И, конечно же, купила. Очень мне нравятся такие вот нейтральные запахи. Это у нас огурец и лемонграсс. Здесь очень большой объем в 900 мл. И смотрите, он имеет помпу. Вот этот гель. Есть бальзам. Моет до скрипа, полностью смывается водой. Как можете видеть, я его уже вовсю использую. Мне понравился. Есть и другие виды. Обязательно возьму, тоже попробую. И бальзам возьму, попробую, потому что мне, ну, прям понравилось. Есть вот с таким, да, дозатором помпы. Есть просто с обычным дозатором, даже стоит еще дешевле. И вот этот гель 900 грамм масса стоит всего 158 рублей. На Wildberries'е закончится или даже возьму впрок, пускай будет. И обязательно возьму еще бальзам. Так, следующее, что хочу показать вам, это вот такие пакеты. Пакеты для запекания и замораживания, для микроволновых печей и духовых плит. Взяла специально побольше. В обычных магазинах, сами знаете, то 5, то там 10, даже редко где 10 пакетов. И постоянно бегаешь, где-то ищешь, покупаешь. Здесь аж 30 штук. Я люблю что-то запекать в пакетах. Все же у меня такое правильное питание, без масла. Сохраняет все витамины, экономит время. В общем, до 200 градусов. Они идут с клипсами. Такой плотненький. Такая упаковочка плотненькая. 30 на 40. Еще не пробовала, не использовала. Стоит вообще по смешной цене. 30 штук, 112 рублей. Я помню, как-то недавно купила то ли 3, то ли 4. То ли, так, то ли 4, то ли 5 пакетов в наборе. Были и то по 90 рублей. Представляете? Поэтому это выгодно. Посмотрю. За 112 рублей-то 30 пакетов для запекания. Ну, посмотрим. Никаких запахов зато. Вот, все запекается в собственном соку. Можно мясо, рыба, овощи бросили. Ту же курочку замариновали, бросили. Вообще замечательно. Обожаю вот что-то запекать в таких вот пакетах. Ну, вот и замораживать можно. Далее взяла за 149 рублей в обувь. Вот такие вот подпяточники. Так, да, подпяточники. Силиконовые мягкие подпяточники. Взяла, потому что очень жесткая подошва. Надо, чтобы пяточки было мягко. Цена недорогая. У меня, правда, дома где-то есть. Я брала в фикс-прайсе. Намного, конечно, наверное, дешевле было, но никак не могу найти. Может быть, уже даже использовала. Они клеятся вот на пятку. Очень такой хороший, мягенький силикон. Прочитала отзывы, что они как бы не увеличивают подъем, да, подъем стопы не увеличивают, а как бы пятка там мягко погружается вот в этот вот мягкий силикончик. Так что, чтобы ножке было удобно, чтобы ножке было комфортно, вот такую красоту взяла. Особенно сейчас весна, смена обуви, соответственно, вот, чтобы ногам было комфортно. Взяла вот такие пакеты, пищевые пакеты, 500 штук в рулоне. Я их уже повесила, сейчас вам покажу, просто показываю упаковку. 30 на 40, там еще были 27 на 24 вроде, или на 25. Свердловская область, изготовитель, Каменск-Уральский. В общем, 500 штук, дешево, хочу вам сказать, 294 рубля. Потому что я брала, даже если брать где-то по 30 штук, то это достаточно дорого будет получаться. В общем, присмотритесь, кому нужны такие пищевые пакеты. Для заморозки, завтраки на работу с собой брать, что-то упаковать. В общем, без этого сейчас никуда. Сейчас покажу я вам, как я их пристроила у себя на кухне, потому что, конечно, они у меня не влезают вот в эту вот
где я обычно храню пакеты, и я их пристроила над столом. Сейчас покажу вам, как выглядят и как выглядят эти пакеты. Ну и вот так я этот рулон пристроила, вот на веревочке, вот здесь у меня бумага, и здесь у меня вот эти пакеты. Вот так тянешь и разворачиваешь. Смотрите, насколько пакетики большие, они плотные, они хорошие. Для упаковки хлеб можно положить, что-то даже много мяса можно положить, заморозить. В общем, теперь этого рулона, рулон достаточно большой, сейчас я вам сбоку вот так покажу. Видите, какой рулон? Кому надо, пожалуйста, на Вайлдберрисе есть. Я даже не ожидала, я, конечно, долго искала, смотрела отзывы, чтобы пакеты были такие плотные, хорошие. В общем, я довольна. Они на перфорации, отрывай, все хорошо висит. Сюда у меня не влезают. Обычно у меня вот тут вот они стояли. Поэтому вот такие пакетики. Кто думал, кто гадал, ждал где-то в магазинах акции, пожалуйста, 294 рубля можно заказать. И еще я заказала вот такую вот классную вещь. Стайлинг, да, фэшн стиль. Это профессиональный набор для стрижки и стайлинга. В общем, классная машинка, мне понравилась. Сейчас открою вам, покажу. Тут очень много насадок, можно и бриться, можно и стричься. Так, 1579 рублей на Вайлдберрисе стоило. Я очень долго выбирала, какую заказать, потому что, ну, конечно, там выбор большой. Выбирайте любые, заказывайте. Смотрите, хочу вам показать сама машинка. Очень классненькая, маленькая, легкая. Она с дисплеем. Вот, не знаю, видно, не видно тут. Но я думаю, видно. Сейчас я выключу. Вот. Вот. Такой дисплейчик. Все работает. Маленькая. Аккуратненькая такая. Вот. Есть насадки для стрижки, для носа, для гладкого бритья, для какого-то, чтобы равнять, брить, стричь. Имеет вот такую подставочку. Вот. За 1500 рублей-то, да? А здесь еще дополнительная расческа, дополнительная какая-то насадка, масло, сама зарядка. Вот сюда вставляется, так, вот сюда вставляется машинка. Вот, так, ой, включила. Вот сюда вставляется машинка. И сюда вставляются, смотрите, какие классные. Даже можно мужа, например, да, раз так взяли. Все мужу подровняли. Очень классно. Все у вас стоит. Себе можно что-нибудь подровнять. Так, вот эти, например, тут распределили тоже. Все аккуратненько. Посмотрите, сколько насадочек. Я даже сама не ожидала. Но я еще выбирала, конечно же, по отзывам. На нее очень много отзывов. И такая она более-менее такая аккуратненькая. Зарядка. Можно на стол поставить. И вот здесь щеточка, масло. Очень оригинальная такая, смотрите, я вам покажу. Очень оригинальная расческа. Такая прям классненькая. И вот еще тут одна. Вот. Вот так все это выглядит. Вообще классная штука. 1500. Великолепная. Зарядка не особо длинная. Но если вот где-то на столе, да, стоять. Вот просто великолепно. Вот. Хотя нет. Знаете, довольно длинная. Довольно длинненькая. Такая зарядочка. О. Довольно такая длинненькая. Вот сюда вставляется. Так. И вот сюда. Вот. И она вот так вот. Раз. Вставили. Вынули. Тут зарядочку оставили. Вот такая красота. Показывает уровень зарядки. И, в принципе, я уже попробовала, бреет достаточно хорошо. Так что... Вот такие все нужные покупки я вам по хозяйству показала. Так что всем огромное спасибо и пока-пока.